Иногда, каким-либо тайным образом, нам нужно выяснить кое-что от человека, а человек упорно не хочет это говорить. В таком случае вам поможет ритуал, который называется «Эликсир правды». Читать заговор нужно на жидкость, которую потом выпьет тот, от кого вы хотите узнать правду. Если использовать в качестве жидкости алкоголь, то ритуал сработает еще лучше. Итак, поднеся близко к губам бутылку, стакан с этой жидкостью, либо другой сосуд, читаем. «Жидкой правдой тебя нарекаю, заклинаю да заговариваю. Проникай, правда, в кровь, в мысли, в сознание. Отмени, правда, мыслей удержание. Кто тебя отведает, всю правду мне поведает. Все, что тайно и скрыто расскажет, что словами не скажет, покажет. Да будет так». Затем эту жидкость нужно дать выпить тому, от кого вы хотите добиться истины.